Школу и уехала к парню в Москву. Эксклюзивное интервью мамы и молодого человека девушки. Нижнекамский снайпер обстреляли 6 машин. Проект на миллиард. Нижнекамск привлек инвесторов из Китая. Возвращение из 90-х. В суде продолжается слушание дела группировки «Тридцатовские». Возродили «Восход». Новый кинотеатр со старым названием открыли в городе. Знаменитый гонщик Тимур Тимирзянов приехал в детский дом. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР, в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. 17-летняя школьница из Нижнекамска, сбежавшая в Москву, не планирует возвращаться домой. История началась 31 августа. Девушка перестала выходить на связь. Мать обратилась в полицию. На следующий день школьница позвонила ей и сказала, что она в столице вместе с парнем и останется жить там. Вадим Струминский сегодня поговорил с одноклассниками, мамой девочки, ее молодым человеком и услышал все версии того, что произошло на самом деле. Мы как-то можем изменить магнитное поле? Лицеисты на уроке физики практически в полном составе, за исключением одной одноклассницы – Эвелины. Несколько дней назад она уехала с молодым человеком в Москву. Говорит, возвращаться домой не будет. И девушку, и парня хорошо знает Алексей. Он их друг. Думает, случившийся – неоправданный романтический поступок. Ну, мне кажется, из-за чувств друг друга. Вот поэтому. То есть в погоне за мечтой какой-то, да, там, основаться в столице, так говоришь? Да. Вот страничка Нижнекамки в соцсетях. В контактной информации указан город Москва. Видимо, это говорит о серьезных намерениях остаться в столице. Одноклассники, а также администрация лицея характеризуют девочку исключительно с положительной стороны. Училась хорошо, была активисткой, душой любой компании. Это лидер по натуре, который ведет за собой класс. Все мероприятия она организовывала, сама участвовала. Я уверена, что она одумается, вернется. Что касается молодого человека, он тоже выпускник лицея. Ему всего 16, однако в свои годы парень вроде как занимается бизнесом. Вместе с 17-летней девушкой они в последнее время начали посещать курсы сетевого маркетинга. На страничке нижнекамца в соцсетях много подобной информации. Я решил, что я начну делать, я начну работать. Я уехал в Москву. Сейчас я нахожусь уже месяц в Москве. За 21 день я закрыл свою цель. Я заработал 112 тысяч на организации праздников. Сама история началась еще 31 августа. Девушка перестала выходить на связь. Мать обратилась в полицию. Сегодня мы связались с мамой лицеистки, которая уверена, поступок не следствие влюбленности. Молодой паре просто запудрили мозги. Это вот Аяс Шубудинов такой есть, который основатель компании «Лайк-центр». Это сетевой маркетинг, но они прикрываются, конечно. Они говорят, что они бизнес основывают. А на самом деле они, получается, вот заманивают молодых людей в свои сети. Естественно, психологическая обработка. И ребенок просто вот абсолютно поменял мировоззрение. Наш разговор с мамой девочки состоялся, что называется, в пути. Сейчас женщина едет в Москву, чтобы лично встретиться с дочкой, поговорить и постараться вернуть ее домой, сюда, в Нижнекамск. Тем временем полиция города взяла ситуацию под контроль. Позже мы связались и с молодым человеком Эвелины Михаилом. Он рассказал свое видение ситуации. По его словам, девушка не сбегала из дома. Она неоднократно приезжала к нему в Москву, ведь там парень находится уже несколько месяцев. Не знаю, почему в новостях, но вообще как-то все по-другому очень сильно. Она собиралась здесь учиться, 11 класс заканчивать. С мамой об этом разговаривала, договорила, она сказала, что ну все, окей, хорошо. Ну сейчас, получается, она пока в Нижнекамск не собирается, да? Ну, она вот на днях приедет туда ненадолго. Судя по всему, скоро девушка окажется в Нижнекамске. Только пока до конца непонятно, для чего именно. Забрать документы из лицея и окончательно уехать в Москву или все-таки остаться жить здесь. Вадим Струминский, Ренат Харасов, новости НТР. Неизвестный выстрелил из пневматического ружья в проезжающую машину. Повезло, что стрелок промахнулся. Пуля прошла насквозь. Никто не пострадал. Все это произошло на Мир-89. Нашему корреспонденту удалось поговорить с пострадавшей. И во время движения прям мы не останавливались. Во время движения выстрел. Стояло около 10 припаркованных машин рядом, вот как сейчас. Прям целились именно в водителя. И доли секунды промахнулись.
Эти фотографии сделаны практически сразу после произошедшего. На них видно, что пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы водителя. Только по счастливой случайности никто не пострадал. В автомобиле находилась девушка и ее молодой человек. Конечно, испугалась. Мы не знали, какое это оружие. Огнестрельное, пневматическое. Приехали сотрудники, пояснили, что вот это пневматическое ружье. Сами пострадавшие считают, что стреляли из окна дома Мира 89. Когда молодые люди отошли от шока, они вышли из машины и увидели тень на балконе, которая явно следила за ними. В окне стоял человек. В темноте, причем он смотрел так из-за шторки. Когда подъехали сотрудники полиции, мы их сразу вызвали. И они пошли в эту квартиру. Там дверь так никто и не открыл, хотя полицейский сказал, что в глазке было видно, что как вот тень передвигается человек. Сейчас этим делом будут заниматься полицейские. Пострадавшие написали два заявления – на порчу имущества и покушение на убийство. Как оказалось, такой случай здесь происходит уже не в первый раз. Участковый сообщил, что в этом месте уже 6 раз стреляли в разные авто. Как только сотрудники правоохранительных органов найдут злоумышленника, за свое развлечение он ответит по всей строгости закона. 30 миллионов долларов готовы вложить китайские инвесторы в строительство нового завода по производству окрашенной стали в рулонах. Нижнекамск – один из претендентов на строительство. Чтобы обсудить этот вопрос, наш город посетили инвесторы из Китая. Каковы шансы, у Нижнекамска узнавала Регина Сулейманова. Приветствую вас. Это не просто рукопожатие, а знак уважения и начало новых инвестиционных отношений с Китаем. Это первая встреча главы города с генеральным директором крупной китайской компании. Целью нашего проекта является создание производственного предприятия по окрашиванию листовой стали. Китайские инвесторы на встречу с главой приехали с большим проектом, общий объем инвестиций которого составляет 30 миллионов долларов. Новый завод по производству окрашенной стали позволит городу не только создать производство перспективного товара, но и новые рабочие места с высоким уровнем заработной платы. Самое главное, чтобы это был стратегический проект, который был бы постоянным и который бы имел перспективу развития. Перспективы грандиозные. Реализация зарубежного проекта пройдет в 2 этапа. Первый, возможно, уже в следующем году. Планируется, что все оборудование будет транспортировано из Китая. А основным рынком сбыта станет не только Россия, но и Казахстан, Украина, Беларусь. Полностью готовы к началу осуществления нашей деятельности. Теперь стоит главный вопрос – где строить новый завод? С выбором промышленной площадки китайские бизнесмены не торопятся. Рассматривают их в нескольких городах Татарстана. С нашей стороны были предложены 2 промышленные площадки – Нижнекамск и частный парк «Пионер». Мы смотрели вторую площадку, да, «Пионер». И на данный момент более всего нас заинтересовала именно она. Осталось проработать вопросы по электричеству и газу, по техническим возможностям. И дальше мы после этого сможем перейти к другим моментам. Начнется ли в Нижнекамске строительство нового завода, будет известно в конце сентября. Ну а сейчас можно сказать точно одно. Наш город потенциальным инвесторам пришелся по душе. Очень красивый город, очень хорошее впечатление оставил о себе. Регина Сулейманова, Ренат Харасов, новости НТР. Дело из 90-х. Нижнекамский суд опрашивает свидетелей убийства, которые совершила группировка «Тридцатовские». Это было 20 лет назад. Но перед судом мужчины предстали только сейчас. Светлана Шумкова подробнее. Тот же зал и состав суда, как и в прошлый раз, подозреваемые закрывают лица и говорить на камеру не хотят. Своей вины за содеянное они не признают. Адвокаты просят удалить съемочную группу, якобы журналисты им могут помешать. Просили бы дать средства массовой информации за обсуждение заседания. Вопрос тоже у нас обсуждался, они приходили, та же самая телекомпания. Поэтому уважаемый суд считает, что необходимо средства снять, они будут помешать ведению процесса.
Подсудимые состояли в группировке «Тридцатовские», которые были известны в 90-х. По версии следствия, они и другая ОПГ «Стрелковские» не поделили территорию 30-го района. В одной из стычек подозреваемый и еще один участник банды расстреляли 4 человек. Двое сразу же погибли на месте, а спустя 2 года, в 99-м, в поселке Красный Ключ, они убили еще одного человека. Теперь, почти 20 лет спустя, мужчины предстали перед судом. Дело сложное, допрашивают множество свидетелей. Некоторые из них засекречены. Тогда, в 90-х, их задержали, но отпустили, поскольку не установили причастность. Судебные слушания продолжаются, идет допрос свидетелей и подсудимых. Если вина будет доказана, то каждому грозит до 20 лет лишения свободы. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, новости НТР. 1 год 4 месяца условно за нападение на полицейского. Такое наказание вынес Нижнекамский суд женщине, которая укусила сотрудника при исполнении. Инцидент произошел в июне этого года. Сильно подвыпившая компания ждала такси около подъезда дома по улице Табиева. Молодежь вела себя слишком громко, и поэтому местные жители позвонили в полицию. На вызов приехали сотрудники патрульной службы. Во время задержания одного из них укусила женщина. 25 свидетелей, 3 адвоката, 7 месяцев под стражей и максимальные 9 лет лишения свободы. Таковы цифры по делу экс-директора Нижнекамского филиала МГИ Олега Галиева. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Разбирательство предстоит долгое. Многие свидетели уже выехали из России. Из зала суда Анастасия Попова. Эта запись была сделана в прошлом году. В Нижнекамском филиале МГИ идет урок правосудия. Присутствует на нем и директор заведения, лично наблюдает, как его ученики ведут судебный процесс. А вот в 2017 году ситуация резко изменилась. Олег Галеев оказался в реальном суде уже в качестве подсудимого. Экс-руководителя филиала столичного вуза обвиняют в коммерческом подкупе. По словам свидетелей, которых в деле аж 25 человек, Галеев брал взятки с иностранных граждан. Сначала лично, а потом через посредницу. Чтобы получить патент для трудоустройства в России, мигрантам приходилось отстегивать 12 тысяч рублей. К настоящему времени многие свидетели со стороны обвинения уже выехали из России. Защита была против оглашения их показаний публично. Ввиду того, что при получении этих показаний, то есть при даче показаний, были существенно нарушены нормы показаний Федерации, о которых мой доверитель заявлял ранее, то есть одновременно допрашивались несколько человек с одним и тем же переводчиком, что в принципе невозможно. А также подписи некоторых из запрашиваемых не соответствуют подписям в их же паспортах. Соответственно, имеются обоснованные подозрения в том, что данные показания были сфальсифицированы. Однако судья протест отклонил. Показания были зачитаны. А это порядка 10 человек, все граждане Республики Узбекистан, которые в 2015 году проживали в Чистопольском районе деревни Кутлушкино и работали в местной агрофирме. Вот отрывок из показаний свидетеля. Мы сидели в кабинете, какие-либо тесты о знании истории законодательства Российской Федерации мы не писали, не решали. Экзамен по русскому языку мы не сдавали. Вопрос, отдавали вы денежные средства за заработной платы за государственную пошлину, за экзамен, денежные средства за взятку в помощь в сдаче экзамена. Ответ, да, денежные средства в размере 12 тысяч рублей я снял со своей банковской карты. Опрос свидетелей продолжается, следствие в самом разгаре. Сейчас Галеев находится в СИЗО. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Анастасия Попова, Евгений Лызаев, новости НТР. В ДТП с участием общественного транспорта пострадал 7-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина-Вахитова. Водитель автомобиля Honda Accord не уступил дорогу маршрутке и врезался в нее. В момент столкновения в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Трое пострадали, после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Напомним, что этот случай не первый. Пару дней назад на улице Спортивная автомобиль BMW подрезал автобус. Пришлось экстренно тормозить, что привело к падению пассажиров. В результате ДТП 3 пожилые женщины получили небольшие травмы и ушибы. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, в транспорте нужно крепче держаться за поручни, не стоять у входной двери. Передвигаться при полной остановке транспортного средства. В случае падения в салоне пассажир в первую очередь должен обратиться либо к кондуктору, либо к водителю, вызвать скорую помощь и дождаться сотрудников госавтоинспекции, чтобы зафиксировать факт падения. На трассе Нижнекамск-Чистополь опрокинулась фура с молоком. В интернете появилось видео ДТП. На кадрах видно, что большегруз практически перекрыл дорогу. На асфальте лежали разбитые части машины, даже кусочки крыши. Подробности этого ДТП в госавтоинспекции Нижнекамска рассказать не смогли, сославшись на то, что авария произошла в Чистопольском районе.
Новый «Восход» открыл свои двери. В Нижнекамске торжественно презентовали кинозал в Доме народного творчества. Название дали в честь бывшего кинотеатра «Восход», который снесли еще 13 лет назад. На его месте сейчас городской музей. В новом кинозале побывал и наш корреспондент. Это архивные кадры, на которых видно, как сносят «Восход», первый кинотеатр Нижнекамска. Снесли его, потому что ремонту здание уже не подлежало. Сегодня на его месте стоит городской музей. Спустя много лет «Восход» решили возродить. Через несколько минут распахнет свои двери кинозал «Восход», и вы попадете в волшебный мир, имя которому – кино. Новый «Восход» располагается на втором этаже Дома народного творчества. Здесь решили сохранить атмосферу того времени. Старые фотографии кинотеатра, вывеска, которую помнят многие нижнекамцы. В зале гаснет свет, начинается кино. Фильм, основанный на реальных событиях и посвященный героям, бесстрашно шагающим навстречу неизвестному. Открытие нового кинозала стало возможным после того, как город выиграл грант Российского фонда кино. Было закуплено новое оборудование для показа 3D-фильмов на сумму 5 миллионов рублей. Да, это самое современное оборудование, которое есть. У нас оно было закуплено через онлайн-контракт-площадку. Наши инженеры поработали, значит, выбрали именно ту модель, которая сейчас идет на первом месте, значит, по качеству и цене. Пока по будням будет идти один, а по выходным два сеанса. Как пойдет дальше, зависит от посещаемости. Все премьеры здесь будут показывать чуть позже, чем в других кинотеатрах. Зато стоимость билетов будет всего 80 рублей. Большая часть фильмов российского производства. Сегодня первыми зрителями стали работники и ветераны нефтехимического комплекса. Фильм мне очень понравился. Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Билеты очень дешевые, я сюда еще не раз приду. В планах сделать современный ремонт в самом кинозале, а также открыть для зрителей кафе. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, новости НТР. Трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу, неоднократный обладатель Кубков России и Татарстана по зимним трековым гонкам. Участник чемпионата мира по ралли-кроссу Тимур Тимирзянов посетил детский дом Нижнекамска. Встречу детей с профессиональным гонщиком организовала компания «Танека». Спортсмен не только пообщался с воспитанниками, но и пригнал настоящий гоночный болид. Подробности в сюжете. Где и как вы тренируетесь? Раз в месяц тренировка по-любому проходит за границей. И при этом как бы я не забываю о других видах спорта, которые мне помогают развиваться. Это как и, скажем так, тренажерный зал, определенные занятия, так и хоккей, футбол, который я постоянно играю. От тренировок до личной жизни. Детей интересовало все. Не каждый день в гостях профессиональный автогонщик. Трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимирзянов посетил детский дом и рассказал о своей карьере. Например, о самой яркой победе в 2009 году в Швейцарии. Там 45-50 тысяч зрителей смотрят соревнования, смотрят эту гонку. И когда ты выигрываешь, естественно, все тебя аплодируют. Эту встречу организовала компания «Танека». Она же является одним из спонсоров команды, за которую выступает Тимур. Ребятам достались автографы, фирменная атрибутика, а пилоту подарили талисман. Мы хотим подарить вам птицу счастья, которую делали своими руками. Пусть это вам принесет успех и удачу. Спасибо. Спасибо большое всем. Я первый раз вижу гонщика. Потом, мне очень понравилось, как сегодня нам рассказывали про его информацию, как он рассказывал, как первый раз он или на трассу как вышел. Мне понравилось, как он выиграл на гонках. Мне понравилось, как у него были красивые подарки, призы. Ну, мне понравилось, как у него машина была как чистая и новая. Вот та самая машина, которой так восхищались дети. Спортсмен пригнал настоящий гоночный болид. Посидеть за рулем такого авто – мечта многих мальчишек. Благодаря компании «Танека», устроившей встречу, она осуществилась. Здесь это совсем неформальная обстановка, неформальное общение. Тем более дети, когда это совсем искренние такие улыбки, блестящие глаза. Я считаю, то, что дети – это, наверное, наше будущее. Это дети – это будущее поколение, которое будет расти, которым нужно передавать и свой опыт, и свои навыки. Для автогонщика это была первая встреча с детьми из Нижнекамска, но точно не последняя. Тимур планирует открыть в Казани музей, где будут выставлены все его награды. И на экскурсию собирается пригласить своих новых болельщиков – воспитанников детского дома. Вадим Струминский, Максим Липин, новости НТР.
Факты о первостроителях и запуске первопроизводства в картинках, стихах и детских рассказах. Такую необычную книгу создали специально в честь юбилея Нижнекамск-Нефтехима. Сегодня экземпляры раздали первоклашкам. Больше всего ребят порадовало, что уметь читать для изучения этого издания не обязательно. Все понятно по красочным иллюстрациям. Сегодня учеников 31-й школы ждал приятный сюрприз. Не с пустыми руками к ним в гости наведались работники градообразующего предприятия. Надо отметить, дарить школьникам памятные презенты в начале учебного года стало в Нижнекамске доброй традицией. В этом году первоклассники получили книги, посвященные юбилею Нижнекамск-Нефтехима. Красочные издания в доступной для малышей форме рассказывают истории города и градообразующего предприятия. Не случайно книжки получили название «Город химиков-волшебников». Создатели своеобразного учебника поведали детям о нефтехимическом производстве на их языке с помощью стихов, загадок и головоломок. Книги изданы на двух языках – русском и татарском. Помимо печатных изданий, малышам вручили диск с первым татарским полнометражным анимационным фильмом «Стрела наследия». Мультфильм представляет собой детское пособие, повествует о культурно-исторической жизни Татарстана. Всего сегодня подарки получили больше 3000 детей. Эльвира Софиулина, Максим Липин, новости НТР. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на сайт ntr-24.ru. До встречи в эфире.